В эту субботу во всем мире будут чествовать учителей. В преддверии праздника во Дворце культуры ЧГУ собрались работники сферы образования. Ежегодно 5 октября отмечается День учителя. В адрес работников образования звучат самые теплые слова и пожелания. Хочу искренне, от чистого сердца поздравить вас с профессиональным праздником, с Днем Учителя! Вся Россия отмечает этот праздник с одной единственной целью, чтобы обратить внимание общества на профессию учителя, обратить внимание на самых достойных профессионалов, мастеров своего дела. В республике всего около 900 образовательных организаций. В них обучаются более 275 тысяч детей, работают 22 тысячи педагогов. Мудрость и опыт наставников приумножают молодые педагоги республики. В этом сила и стабильность образования Чувашии. Доля молодых учителей до 35 лет на сегодня составляет 17,4%. Только в этом году в школы республики пришли 350 молодых педагогов. Эдуард Выгидов в числе 10 педагогов, которых сегодня отметили нагрудным знаком, почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации. 22 года он посвятил любимому предмету истории. Уже 19 лет руководит Козловской СОШ номер 2. История, знание истории – это, наверное, знание своих корней, прежде всего. А человек без корней – это как дерево без корней. И любая проблема, любой ветер, так скажем, может запросто ее разрушить. Самое главное, наверное, заслуга учителя – это благодарность детей. А вот это вот моя награда, это заслуга, наверное, всего нашего коллектива. Поэтому благодарю в первую очередь учителей нашей школы. Каждый третий учитель республики награжден государственными и ведомственными наградами. 548 человек получили премию президента России. В этом году в список вошли еще 9 педагогов. Юлия Важенина, Валерий Резюков, Республика.